24 ноября 2023 год. Школьный уборщик идет по пустому коридору, в котором другим уборщикам не нравится находиться тут во время ночной смены. Средняя школа, где происходят эти события, не позволяет ученикам оставаться в этом коридоре в одиночестве после определенного времени. И не зря. Эта школа была построена на кладбище. На стенах школы можно найти фотографии старого кладбища, включая фрагменты надгробий, которые когда-то были там. Уборщики утверждают, что однажды ночью это место населилось призраками. Школьный смотритель решает записать видео после странного происшествия. Пока он записывает, происходит что-то, что его невероятно пугает. Смотрите. I usually don't record while I'm on the job. But this is freaking me out. It's sort of unreal. Here at work, I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on the cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Okay. See, no. It just follows me no matter what. Пока уборщик выходит из класса, воздушный шар начинает следовать за ним, но странность этого инцидента еще больше усугубляется тем, что другие воздушные шары по какой-то причине остаются на месте, а этот следует за ним. Чувствуя себя очень нервно, он медленно пятится назад, прежде чем внезапно его что-то схватило. На заднем плане появляется темная фигура. Этот загадочный силуэт виден только меньше секунды, и кажется, что он проносится мимо на полной скорости. Он убегает, прежде чем исчезнуть из поля зрения. На его аккаунте, кроме этого видео, больше ничего не было. Уборщик утверждает, что теперь боится работать здесь один. Если ты не видишь чего-то, то это не значит, что этого нет. Именно это является девизом нашего верифицированного телеграм-канала Чизоид. Все самые мистические, страшные, необъяснимые события со всего мира. Что это, блядь, такое летает в небе? А это как объяснить? Не, но вот это уж точно никак не объяснить. А вот это, ну точно не объяснишь. А вот это, хотя... Нет, тоже не объяснишь. А это вообще непонятно, как такое возможно. Что она хочет от меня? А то, что у нас повсюду происходят глюки в реальности. А теперь...
теперь закрой глаза, если ты смотришь этот рекламный ролик в одиночестве. Последствия неудачного проведенного экзорцизма. Жуткие звонки в 911. Полицейский застрелил голодного зомби, тот поедал полуживого человека. Блогер наткнулся на призрачно обезглавленное тело в заброшенном здании. На этом видео норвежец обнаружил клешню гигантского краба. Представляете его размер? Свежие аномальные новости каждый день в нашем авторском верифицированном телеграм-канале Чизоид. В следующем видео нянька присматривает за девочкой, которую на видео можно увидеть играющей со своими игрушками. What you doing over there? Nice. Причина съемки этого видео в том, что незадолго до этого 5-летний ребенок сказала что-то очень тревожное. Нянька снимает это видео, чтобы запечатлеть то, что сказала девочка. Смотрите. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. It, you said it moves? Yeah. Like you move it or? What, when does it move? When I play hide and seek with her. When you play hide and seek? Эта жуткая кукла, очевидно, оживает, когда ты с ней играешь, но по словам ребенка, она двигается только если ты играешь с ней в прятки. Сейчас ребенку всего 5, так что возможно это ее воображение, но эта мысль не помешала няньке проверить, правда ли это, посмотреть, действительно ли кукла двигается. Нянька играет в прятки с девочкой и куклой, пока он играет, он записывает. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Хотя это довольно было жутко, к счастью, парень скорее испугался собаки, чем куклы. Этим днем не произошло ничего странного. Но когда он уложил 5-летнюю девочку спать, вдруг он увидел это. Like, I noticed the dog has been staring at the doll. По какой-то причине собака смотрит на эту куклу несколько минут, смотрит издалека и рычит. Животное боится приближаться близко к кукле. Перенесемся на несколько часов вперед, и нянька заснял на камеру еще кое-что тревожное. Когда он дремал в гостиной, из ниоткуда появляется шум. Парень быстро просыпается и начинает запись. Смотрим. Игрушка в гостиной начала сама по себе двигаться. Игрушка, кажется, медленно поднимает голову, как будто пытается установить зрительный контакт с оператором. Нянька быстро выбегает из комнаты. Кукла, кажется, все-таки реально ожила. Художница Сьюзи рассказывает, что ее семья живет в доме с привидениями в Англии. В доме, построенном в 1902 году, до сих пор хранятся странные предметы, оставленные его бывшими владельцами. Но самое странное, что на третьем этаже находится очень странная картина, которая была оставлена там предыдущим жильцом. Сьюзи говорит, что эта картина – самый посещаемый призраками объект во всем доме. Она говорит, что часто ее маленькая племянница ведет долгие, жуткие разговоры с воображаемым персонажем по имени Гилберт, который, по ее словам, обитает тут.
I'm not stupid. I'm very smart. I'm the smartest kid in class. Okay, not really. Do you want this or do I keep it? Okay. I'm tired. I'm hungry. It could get cold. You can't touch cold stuff. But I'm warm. Того дня Сьюзи и ее брат спрашивают ее племянницу об этом духе, Гилберте. Gilbert's like one of my best friends. Meg. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? Because I don't pray. Этот момент, когда все принимает еще более жуткий оборот. Сьюзи делает некоторое расследование, и ей удается найти старую фотографию и некоторую информацию о доме предыдущих семей. То, что она обнаруживает, совершенно жутко. 1916, and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are six people present in the photo. Looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, and next to her on the balcony is her daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about five or six in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. Just have an overwhelming feeling that something. Его комната в доме находится именно там, где и нарисовано солнце. Однажды, когда Сьюзи осталась дома одна, она начала слышать стук, доносящийся сверху. Она хватает телефон и снимает видео. Из игровой комнаты, где висит картина Гилберта, доносится стук. Когда она заглядывает внутрь, там никого нет. В другую ночь она снова видит, как ее племянница делает что-то странное в игровой комнате. Девочка ковыряет половицы и напевает «Ты мое солнышко» и вспоминает, что дух Гилберта, как говорят, обитает на старой картине с изображением солнца. Возможно, просто странное совпадение. Сьюзи и ее брат возвращаются в это место, чтобы осмотреть участок пола, который ковыряла племянница. И вот что они нашли. Под полом они нашли старинную доску для спиритических сеансов с изображением солнца, которая очень похожа на картину «Призрачный Гилберт».
В этом видео двое друзей с особой осторожностью исследуют заброшенную бумажную фабрику. Помимо того факта, что старая фабрика таит в себе потенциальную опасность, ходят слухи, что старая бумажная фабрика теперь населена призраками. Оба друзей отправились в это место для исследования. Один житель рассказывает о времени, когда он и его друзья видели что-то довольно жуткое. И таких историй достаточно много. Исследователи даже не подозревали, что что-то произойдет ужасное. Исследователи обнаруживают темное пространство под зданием. Они направляются вниз и записывают это. A bone. Bone. I don't see it. Oh, it is. What the fuck? Holy smokes. Hello? Yep, get the f*** out of there! Whoa! Yep, no more of that sh- Did you hear that? Oh yeah. What was that? I have no f- idea. Внезапно из темноты послышался бестелесный голос. Оба мужчин, услышав это, убежали оттуда в страхе. Кажется, что-то или кто-то ответило им. Это звучит так, как будто им ответил ребенок. Но если предположить, что это был настоящий ребенок, возникает вопрос, что ребенок там делает? Алекс Келла пригласил исследовать пещеру своим друзьям, но пещера частично затоплена, что и затрудняло исследование. В этом видео нет ничего необъяснимого, но обещаю, что оно вас до ужаса напугает. Перемотайте этот фрагмент, если у вас есть клаустрофобия. Для Ютуба сообщаю, в этом видео никто не пострадал, кадры были записаны профессиональными спелеологами, не пытайтесь повторить. Итак. Алекс со своими друзьями начинает исследовать ужасно жуткую и узкую пещеру. Они продвигаются все глубже и глубже в пещеру. Проход становится меньше и вызывает больше клаустрофобии. В конце концов, над мутной водой почти не остается места, чтобы дышать. Друг Алекса Джейкоб находится в той части пещеры, которая настолько погружена под воду, что ему едва хватает места для дыхания. Когда он ныряет под мутную воду, Джейкоб сбивает с толку и, паникуя, вдыхает полный рот грязного воды в ужасающем безумии. Он пытается пятиться из пещеры так быстро, как только возможно, но врезается в Алекса и тащит его под воду. К счастью, двое парней остались невредимы, получив только несколько царапин. Эмма из Альберты ночует с подругой и своей маленькой собачкой Рози. Внезапно Рози просто начинает волноваться, но кажется, что ничего не происходит. Кажется, собака лает на что-то невидимое, а ее подруга немного напугана жутким оранжевым блеском глаз в камере. Но потом все принимает причудливую ситуацию. Вдруг маленькая собака убегает, и жуткая темная тень, кажется, тянется к ней. Эмма говорит, что понятия не имеет, что это за странная тень.
В следующем видео мужчина поймал что-то довольно жуткое, когда тот вышел на перекур возле своего дома. Было 7 утра, когда это произошло. По его словам, в это время никого из его семьи не было дома, он был совсем один. Он смотрел на лес, окружающий задний двор. Но внимательно смотрите на гараж, стоящий рядом. Он мигом выронил сигарету. Он не мог пошевелиться из-за того, что он увидел. Сразу вынул телефон и начал снимать. Вот что он заснял. Okay, cool. Сначала ничего не видно, человек записывает то, что выглядит как лицо, которое внезапно появляется из ниоткуда. Женский силуэт с длинными темными волосами, бледным лицом, практически не двигается. Что бы это ни было, оно растворилось в воздухе, когда автор подошел поближе. Следующее видео довольно короткое, но тем не менее оно довольно жуткое. Первоисточник неизвестен, без какого-либо контекста, но видео говорит само за себя. Мать одна со своими двумя детьми, когда начинают происходить странные вещи. Поздняя ночь, когда происходит следующее. Прямо когда начинается видео, сразу видно, что дети напуганы, и мы не знаем, чего они боятся. Через некоторое мгновение мать заходит в другую комнату, когда стул резко скользит в нее. Этого было достаточно, чтобы закричать и убежать из дома. 1 октября 2021 год. Кто-то только сейчас опубликовал видео вечеринки по случаю дня рождения. Видео начинается с того, что друзья и семья поют поздравления девушки, сидящей перед зажженными свечами тортом. Просматривая видео, кажется, что ничего необычного не происходит. Но смотрите дальше. Что-то странное происходит, что заставляет всех на этой вечеринке чувствовать себя напуганными. Childhood nickname wish. 62. Happy birthday. Oh my god, she's making a wish. How many years? I can't wish I'm getting a girlfriend. There's a lot of millions in this guy. What the heck? Who is it? Who blew it out? It was Ozar, because he said it was Charmin. That was weird. It was a win. Mi abuelita. What win? There's no win. There's no win. The rest of the door would open. What the heck was it? Give me that one. Свечи на торте задулись, но на видео никто их не задувал. Еще более странно то, что именинница думала, что кто-то стоит за ней, но обернувшись, никого не увидела. Что-то странное произошло. На этих кадрах, которые должны были быть простым видео ребенка, было запечатлено нечто гораздо более тревожное. На видео внезапно появляется призрачная неясная фигура. Девушка вбегает наружу, пытаясь противостоять или хотя бы опознать неожиданного гостя. Однако, дойдя до места, она ничего не находит. Нет никаких следов кого-либо или чего-либо, что могло бы заглянуть в окно. Что добавляет загадочности этой встречи, так это расположение самого окна. Оно расположено довольно высоко на стене, что заставляет зрителей гадать о высоте фигуры. Судя по расположению окна, фигура должна быть выше 2 метров, чтобы так заглянуть в комнату.